Все, ты все к маме тулишься, тулишься. Ты такой, на улице дождь, да? А где Буня? Где Буня? Нету Буни? Нету, ты все рядом с мамой. Ты моя нежность. Ой, моя сапотунка. Ты тоже спишь, да? Вот, папа ругается, что кошка не дает ему спать, спит на двух подушках. А? Да, Буняш? Ой, моя королевишна. Так, ты сильно поправилась, доченька? Ну, сильно. Надо худеть. Так, а то, что папа ругается, он не помнит, как у нас был кот персидский. Его звали тоже Буня. Мы просто дали имена своим животным, ну, чтобы звучали имена тех животных, которых мы любили, которые жили в нашем доме. И это Бунечка у нас номер два. Бунечка номер один – это был шикарный персидский кот. И он у нас весил 16 килограмм. Да, вот даже подтвердил. А это 6 килограмм. Это тоже крупная кошечка. Но он был очень полный, кастрированный кот. Огромный, просто огромный. К сожалению, он тоже ушел у нас дома. 11 лет прожил с нами. И тоже был не наш. Мы уже его взяли большим. И тоже его хозяин давно ушел от нас. А эти животные — это наши. Самого маленького возраста. Полутора месяца. Что пуля, что буня. Да, моя красавица. Моя.
Mm-hmm.